всегда было интересно, как делают кокосовое молоко из кокоса, да? Итак, ставим. Нади нам покажет мастер-класс. В этот каждый лан. Так, не мешай. В каждой ланкийской семье есть такая штука, чтобы можно было вот такую стружку сначала сделать. Она не мешает. Манучи. Так как фактически все ланкийские дома находятся в джунглях, то пальмы прямо во дворе. Растут и вот кокосы, неотъемлемая часть быта и еды. Вот за 3 минуты, смотрим, пол миски уже. Да, после того, как получена стружка, теперь нужно это все, я так понимаю, выжать. Так, смачивать это все водой. И начинается как выжимание. Дойка кокосового молока. Кокоса. Так. Блендер нужен, да? А, если был бы блендер, это было бы быстрее, вот Надя говорит. Легче. Но вместо блендера есть рука. То есть это самый сейчас простой и аутентичный способ приготовления кокосового молока. Стружка смешивается с водой. Так, Мануши. И потом в несколько заходов через вот такое ситечко. Да, если this enough, yeah. Окей. Все, и теперь мы можем пить кофе. Кофе с кокосовым молоком. Вот так за 5 минут мы сделали молочко для того, чтобы выпить кофе с кокосовым молоком.